Так, ну что, мы заселились. Home Sweet Home. Вот такие вот вешалки здесь. Тут у нас тапочки даже есть, скамеечка, холодильник. Здесь мини-кухня. Так, у нас там что? Микроволновка, чайник для мытья посуды. Там что у нас, дай? О, смотри, вон еще. А, посуда, да? Так, вот такие две кровати. Тут Макар полежал уже, конечно. Стол, табуреточки. Здесь такие вот ящички. Телевизор. Написано с 11 вечера до 7 утра не шуметь. Это хорошо. Так, здесь у нас туалетная бумага, полотенце, унитаз, мусорка. Тут все есть, все принадлежности. И вот такая душевая кабинка. Так, вот здесь за столом еще есть обогреватель. Классно, конечно, что есть холодильник, потому что редко такие прям реальные холодильники вот бывают, обычно маленькие. Смотрите, даже совок с веником есть. Здесь вот тарелки, кружки с такими мотивирующими надписями, ложки, вилки, ножи, чайник тоже, кстати, редкость, микроволновка. Тут даже вот соль, масло есть. И что хорошо, везде мусорки. И здесь мусорка, здесь полки большие. И в туалете получается. И еще около выхода. И еще плюс, что здесь нельзя шуметь. А единственный минус здесь — это слышимость. Но это почти во всех отелях, мне кажется. Смотрите, беседки тоже, они бесплатные. Получается, там даже есть решетки во всех беседках. Украшения есть. Украшения, да, есть, Макар говорит. И свет. Свет есть. И потом... Как? Единственное, нужен свой уголь. Вот здесь вот такая классная тоже зона отдыха. Вот наш гостевой дом. Home Sweet Home. Где мы жили. Вот здесь вот стоянка такая около дома. Напротив. Вот здесь вот... Есть кафе «Небесное озеро» Турбаза. Там кафе, получается, 350 рублей обеды комплексные, 200 завтраки и 300, по-моему, рублей ужина комплексные. В завтрак там входит каша, выпечка, чай, кофе. Здесь вот видно, смотрите, хребет Зюраткуль. Вот, в обед... Я не помню, что входит, но мы не ходили, правда, не ели там. Также здесь... А, там, по-моему, уже проехали тоже еще одно кафе. А, нет, вот оно. Кафе и магазин тоже. И вот здесь, смотрите, справа. Вот. Это прям тропа. Она идет к тропе, которая ведет на хребет Зюраткуль. Здесь вот еще один магазин. Это все улица главная у нас идет. Ну, здесь вот тоже много всяких... продаваемых объектов. Вот это все главное у нас улица. Дальше вот здесь вот еще одно кафе, называется Зюраткуль, по-моему. Получается, туда прямо есть стоянка, там ставите и можно подойти к озеру. Ну и вообще вот здесь вот дальше дорога идет вдоль озера. В общем, и до озера, и до тропы, а от Home Sweet Home близко. Смотрите, какой шикарный сегодня вид. Мы вчера поднимались.